Палате Лайф. В этот солнечный чудесный день мы продолжим серию тест-драйвов нашего главного приза в розыгрыше – мощнейшего Джака Т8 Pro. Зимой мы уже на нем гоняли, а летом еще нет. И, конечно, сегодня со мной Даня. Привет! В прошлый раз мы не прошли трассу до конца, а сегодня мы сделаем это. Погнали! Конечно, зимняя дорога очень сильно отличается, прям трясет. Трясет основательно. Смотри, мы сейчас вот так вот заезжаем на горочку. Вот так вот, да, попробуем так вот тронуться, не получится. Давай. Ничего нет? Не-а. Подожди, у нас же есть понижайка. Понижайка рулит. Не, на этой машине, я тебе говорю, прям активный отдых должен быть. На рыбалку, на охоту куда-нибудь с пацанами. Куда-нибудь в дебри в какие-нибудь заехать, на оффроуд можно поехать, также строить дачу какую-нибудь можно. Стройматериалы, краски, баллоны загрузил в канистры какие-нибудь. И все, ништяк, поехали кататься. Газу. Пол. Ты сидушку чуть не сломала. Че, может, загрузим ее по полной программе? Давай. И попробуем, как она с грузом поедет по такой же дороге. Подожди, а может, по грязи проедемся? Давай, попробуем. Мы не застрянем на это. Ой-ой-ой, мы сейчас нет, пожалуйста, нет. Нельзя застревать, все, вылазь, вылазь, родной, давай, красавчик. Твою... Да не сильно так-то, чистенькая почти. Не, прикольно, я думал встанет, а нифига, выгребает. Блин, правда. Не, с этой стороны вообще чисто, во. Здесь закидало хорошо. Это Джак Т8 Pro. Даже не сильно запачкался. Я думаю, все, нас вытаскивать сейчас будут. Да нет, нормально. Я в ней почему-то был уверен. Поехали грузиться теперь. Мы все никак не можем доехать до этого дела. Мы грузим колеса. Загрузились и едем. Вот тут обычно у нас прям трясло, как да. Сейчас у меня один попадет. Слушай, да, вообще не трясет. Едет хорошо, пробирается туда, куда нужно. Прям мягенько, хорошо идет, грузит, мотора хватает, можно выйти. Сначала работаем до конца розыгрыша, а потом в отпуск едем уже на джаке. Столько веса можно загрузить.
В луже, блин, не застрял с этой машины. Хоть в горы, хоть на море, куда хочешь. Друзья, наш тест-драйв подошел к концу. А розыгрыш в честь десятилетия компании «Палати» продолжается. И давайте не будем забывать, что помимо Жака мы разыгрываем много электроники. Поэтому ни в коем случае не останавливайтесь, выполняйте условия розыгрыша и забирайте свой приз. Мы желаем всем удачи! У-ху!